При устройстве отмостки самое главное, нужно понимать, зачем мы ее делаем, и цель отмостки вообще отведения влаги от фундамента, чтобы она туда не попадала. Песок должен быть уложен равномерным слоем, так как если этим пренебречь, вся работа может пойти на смарку. Руй, подожди, потом расскажешь. Мы здесь уже двое суток. 2 часа ночи, блядь. Мы у пацанов паспорта забрали. Ну, блядь, хотя бы покормить их надо, блядь. Время уже, блядь. Ты, они короче, не... я это самое, сейчас за дошираком сейчас... гоняю, давай, короче, заходи. Пацаны, я договорился. Тепло не будет уходить в стену, потому как эта часть будет... Понабирать по объявлению.